Начало 20 века. Британия, империя, над которой никогда не заходит солнце, начала разрабатывать самоходную артиллерию. 1923 год. Генерал Ноэл Бёрч готовит к выпуску революционный проект на шасси танка «Вейкерс». Война. Бишоп, Секстон и Секстон-2 вносят свой вклад в победу британских войск в Африке. 1946 год. Инженеры разрабатывают новые установки. Они должны стать главной разрушительной силой британских войск. Обновление 8.7 для World of Tanks. Новая ветка готова к бою. По машинам.